Саксофон, скрипка, фортепиано и не только звучали со сцены Центральной детской школы искусств. Здесь состоялся концерт «Любимый город», который посвятили дню рождения Химок. На сцене юные дарования из трех школ искусств. И почти все они являются лауреатами международных и всероссийских конкурсов. Недавно Химки получили награду за выявление и работу с одаренными детьми, поэтому наш город по праву может гордиться детьми, педагогическим коллективом школы. И мы, в свою очередь, будем делать все для того, чтобы наш город процветал и о нем узнала не только вся Россия, но и весь мир. Воспитанники детских школ искусств показали 16 творческих номеров. Звучала классическая музыка в исполнении юных артистов, а хореографические коллективы показали свои лучшие танцевальные номера. Когда с больших, самых маститых сцен звучат лауреаты городского округа Химки, мы очень гордимся и считаем, что наша миссия педагогическая выполнена. В завершении программы организаторы концерта показали видеоролики, в которых напомнили об участии жителей Химок в волонтерском движении и поблагодарили за активное участие в нем молодое поколение. Владислав Грачев, Андрей Панченко, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.